Доброго вечора. В прямому ефірі на телеканалі «Чернівецький промінь» програма «Рецепти здоров'я». Я її ведуча Лас Прінщина. Сьогодні ми будемо говорити про ортопедичні захворювання. У нас сьогодні лікар-ортопед-травматолог, ревматолог, доктор медичних наук з Німеччини Харальд Леман. Добрий вечір. Ми будемо спілкуватися з гостем російською мовою, оскільки української він не розуміє. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі і телефони у студію 519-119. Будь ласка, дзвоніть, ставте свої запитання, ми з вами починаємо. Починаємо з вами общатися. Харальд, скажіть, пожалуйста, ви приїхали к нам в Черновці вже не в перший раз, правда? Нет, я вже несколько раз. Ви приїхали з якою целью? Давати консультації нашим пацієнтам, да? Хочу поговорити, які зараз самі такі розпространені і актуальні болезні, травми, з якими к вам обращаються наші украинские пациенты, потому что я знаю, что к вам приезжают со всей Украины и даже там с ближнего зарубежья. Да. Добрый вечер, дорогие зрители. Извините, что я по-русски говорю, по-украински мне еще не пришлось учиться. Я занимаюсь, но пока плохо. Я сегодня пришел по приглашению ортопедической клиники украинской клиники Черновцы, чтобы здесь усовершенствовать врачи и медицинский состав, и чтобы принимать больных и участвовать в операции. Так, а какие вот, когда вы консультируете, когда вы на прием к вам люди приходят, какие самые такие вот распространенные болезни? Ну, это, я должен сказать, как и в Германии. У нас большинство пожилых людей, это за 60, которые беспокоят позвоночные боли, боли дегенеративных суставов, особенно коленного, тазобедренного сустава, но и голеностопного сустава, плечевого сустава. И у молодых людей большинство это функциональные проблемы. Это проблемы осанки, то, что вертебрология называется корешковые синдромы шейного отдела и поясничной области. Это обычно, когда при работе или при спорте маленькие травмы или рецидивирующие травмы, которые потом уже вызывают такие заболевания и болевые ощущения. А скажите, болезни пациентов украинских и пациентов немецких, они отличаются? Ну, я имею в виду сейчас возраст, потому что мы перед эфиром с вами говорили, вы сказали, что то есть у нас как бы молодеет, да, болезни вот, по сравнению с вашими. В этот раз я уже заметил, что очень большое число очень молодых парней ко мне пришли с некрозом головки, тазобедренного сустава, который у нас, я видел самые раны в 50 или 51 год, а здесь уже 25-28-летние парни, которые совсем здоровы, никаким химическим отравлением или каким-то агрегантом испытались, и все равно имеют такое серьезное заболевание, которое на всю жизнь дает уже какие-то изменения или, надо сказать, ограничения нагрузки. И в работе, в семье, в личном жизни это надо уже серьезно подумать, почему такие заболевания в таком молодом возрасте возникают. А что, что причина есть этих заболеваний, как вы думаете? У нас в Германии трактуют это причиной микротравмы, это одиночное сильное физическое заболевание, нагрузка, например, когда я работаю уличный рабочий, который имеет пресс. Этот воздушный пресс, например, они очень имеют превосходство к этому заболеванию, которое имеет химическую выдержку по отравительных свойств, например, или которые очень сильно употребляют спиртные напитки, но это очень большие должны быть минимум. Дозы, да? Да, это ежедневные дозы, по литру водки, например, в этом похоже, или сколько пива, например. Но те больные, которые я встретил, не употребляли не спиртное, не выдержали такие рабочие условия. Я не могу сказать, почему. А как это проявляется, и как человеку понять, что вот, да, вот молодой возраст, и как ему понять, что вот это проявление этой болезни, как она проявляется? Особенно сначала приведет боль к ортопеду, а потом уже больной
хромают и имеют сильные ограничения подвижности. Mm-hmm. Это может идти до того, что головка распадает, и уже сустав как такового не существует, и он уже не может нагружать, может нормально ходить. Mm-hmm. А лечение, оно, если вовремя... Если вовремя придет, и как раз сегодня пришли двое, они 25 и 28 летние, тогда мы можем еще дать лекарства и можем дать магнитотерапию, которая усиливает кровоснабжение, и мы имеем процент надежды сохранять сустав, но 100% гарантии я не могу давать. Mm-hmm. А в Германии, когда я раньше 50-летние не видел, тогда мы такие лечения тоже рекомендуем. И когда видно, что кость заживает, все в порядке, тогда мы просто ограничим нагрузку. А если нет, тогда надо, к сожалению, поставить искусственный сустав. Mm-hmm. Я хотела с вами поговорить про перелом шейки бедра, потому что сейчас, на данный момент, это очень актуальная болезнь. Mm-hmm. И ну, раньше считалось, что эта болезнь актуальна для людей старшего возраста, но знаем, что сейчас и молодые тоже имеют такую проблему, но причины у молодых и у старших людей разные, насколько я знаю, да? Давайте поговорим сначала о молодых. Угу. Что, ну, вот, что есть причина того, что вот у молодых появляется вот эта проблема? Если у нас сейчас имеется такая ножница. Одна, большинство молодежи занимается мало физическим трудом или спортом. Они не имеют хорошие навыки, когда сейчас зима, гладко, они себе не могут нормально, когда каждый может падать, они не могут себе нормально оборонять и неловко ломают. А другая сторона молодых людей, они очень сильно спортом занимаются и очень рискованно. Mm-hmm. И они как раз наоборот, через шуа требует, мы так называем, судьбу. И они при катании на лыжах или делают рискованные прыжки парашютом или делают кросс на, через не, ухоженные дороги и там упадут. И das, один делает рисковый спорт, а другой совсем не занимается спортом, понимаете? И обеим такая одинаковая судьба. И мы читаем по протоколу в германскому травматическое общество, мы читаем все переломы шейки бедра ниже 50 лет обязательно остеосинтез. С 50 лет до 60 лет зависит от состояния сустава, искусственный сустав, а за 60 лет обязательно тазобедренный сустав нуждается в эндопротезировании. Потому что мы читаем, когда больной, который за 60 лет и должен иметь, если должен иметь возможность иммобилизации, то хотя бы 6 недель. Он, это как смертельная казнь, поэтому это у нас запрещено. Это срочная операция показана и делается. Потому что я знаю и из личного опыта, вот, например, у меня бабушка, когда она сломала, вот, у нее был перелом шейки бедра, то сказали, что оперировать мы не будем, потому что она не может, не перенесет, и вот она уже 4 года лежит, то есть это, все. К сожалению, у пожилого человека не оперировать. Он грозит всегда осложнением пневмонии, осложнением сердечной недостаточности, почечной недостаточности, поэтому и очень большая вероятность псевдоартроза, что не заживает перелом. Поэтому я должен сказать категорически, операция очень нужна. И даже когда 80, когда 90 и 100 лет. Я лично оперировал 98-летнюю женщину, и она жила до 105 лет. Спокойно. Мы сейчас продолжим. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хотел спросить у вас такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как можно сделать операцию нашим пенсионерам, которые получают 1200-1500 гривен максимум, а у вас эти операции стоят 5000 долларов. Как можно сделать такие операции нашим украинцам? Скажите мне, пожалуйста. Ну,
Это очень, к сожалению, верный вопрос, потому что мы не живем на небе. Мы должны питаться и должны платить. К сожалению, государство украинское очень бедное, оно не может сохранять вот эти правила. Я поэтому сказал это по протоколу немецкого автономического общества. И я должен сказать, если моя бабушка была такая, и у меня нету средств, я бы собирал столько, чтобы обслуживать ее. Я понимаю, что сейчас очень тяжелые времена, и что кризис везде. Я только могу сказать, что где ортопедическая клиника в Черновце, где я работаю, там очень хороший подход к больным, там то, что я могу сказать, ценой не чрезвычайно высокий, и все, что требуется, все в этом включено. И, ну, правильно, вы же не можете повлиять на то, что у нас в государстве и на... Если вы бы знали, какие цены в Германии, вы бы сказали, что это невозможно, такие дорогие. Здесь, на Украине, так, я бы сказал, почти без больших денег, такие операции в Германии, это 3-4 раза больше заплатили бы. Честно. Ну, я еще хочу продолжить вот, обсуждать с вами. То есть, скажите, если, например, человек сломал шейку бедра, и его не прооперировали, и, например, человек лежит там несколько лет, да, это пожилой человек, там, от 60 до 70 лет, то потом можно делать операцию или это уже поздно? Эта операция, в принципе, можно всегда делать. Во сколько я в Германии такое не встретил, потому что у нас требуется срочную операцию. Я только здесь видел такие, мы называем, не зажившие переломы, это ложные переломы. И здесь очень хороший опыт имеет. Я только могу сказать, когда больной в хорошем состоянии, когда нет пролежней, нет нагноения, если кожа покровит в порядке, я бы советовал эту операцию. Потому что больной с ложным суставом очень тяжело может вставать. И он в принципе привязан к постели. Да. Он всегда требует уход. Один человек с семьей всегда для него отключен. И поэтому надо подумать, что эффективнее. Затратить эти деньги или быть всегда поблизости больной. А скажите, а побочные какие побочные заболевания не разрешают делать такую операцию? В принципе, только анестетические вопросы, которые там решают, это сердечная недостаточность в выраженном стадии, это по НИХА. Я не знаю на русском языке, как это выражается, это выраженная декомпенсация сердечной нагрузки или легочная недостаточность. А так, даже при аллергии, при сахарном диабете, при деменции, это никаких противопоказаний не представляет. Скажите, а вот почему так часто случается у старших людей, у пожилых людей вот этот перелом шейки бедра? Потому что очень часто. Потому что у нас, к сожалению, за 60 лет идет расход, физиологический расход костной массы. Мы потеряем каждый год после 60 1% нашей костной массы. Это у всех, это и в Германии, и на Украине, и в Америке, везде одинаково. Только когда питание неравноценное, и мы недостаточно возьмем кальций и витамин D, тогда этот потери кости, остеопороз, так называемый, выраженные, проходит. И когда больной с выраженным остеопорозом падает, он ломает, это вы можете себе представить, как стеклянные кости. Он один легкий удар и уже ломает шейку бедра. И он, потому что как раз шейка бедра – это переход бедренной, вертикальной на головку. Это переломная зона. И природа создала, как на мостик, такой мы называем арк, дуга. И эта дуга, он при остеопорозе больше всего вымывает кость. Скажите, а для того, чтобы потом в старости не иметь таких проблем, что надо делать? Как беречь свои кости? Совсем просто. Как? Физически активным быть. То, что называется движение, это жизнь, это действительно так есть. Это если вы ходите в Берлине или в Потсдаме, где я живу, по парку, вы видите
пожилые люди, и мы, у нас так не говорят пожилые, а зрелые люди за 60, 70, 80 лет, они занимаются обычным спортом, они бегут, они едут на велосипеде, купаются в воде. Я знаю, я учился в Ленинграде, там был такой клуб «Моржи», такой у нас тоже есть. Mm-hmm. Это очень хорошо для иммунитета и для общей укрепленности организма. Mm-hmm. И очень хорошее, богатое питание, не только жиром, а витамины, овощи, фрукты и чуть-чуть мяса. И не только свинина, но и цыплята, и... Телятина, да? Вот это, mm-hmm. это, например, это богатая пища, которая разнообразная, и когда зимой, надо взять витамин и кальций дополнительно брать. Mm-hmm. И мы считаем, у нас по правилам ортопедического общества, мы должны каждому человеку за 65 лет, он требует остеопатическое лечение. Mm-hmm. Витамин D, кальций и по мере остеодензитометрии mm-hmm. надо бисфосфонаты, который укрепляет, как двигатель костного обмена, укрепляет кость саму. Скажите, а кофе не вымывает кальций? Нет. Нет? Нет. Потому что вот все говорят, нет, что нет. Это ерунда. Mm-hmm. Я могу сказать, что у нас большие, где я живу, в Потсдаме, имеется самый большой институт питания в Европе. Mm-hmm. И там делали обследование больше 18 тысяч человек во всех группах возраста. И определили, что кофе даже хорошо против сердечных заболеваний. Хотя я сам удивился, и заболевания желудочно-кишечного тракта. Странно. Это то, что как раз вот не рекомендуют, да, вот для при этих болезнях, да, кофе. Это сейчас полностью сейчас отрицательно на этом смотрят. Но богатая еда – это самое главное. Mm-hmm. Разнообразная еда. То есть питание для человека все-таки очень самое важное. Что сказали при этом обследовании, что Coca-Cola очень вредна. Молодежь, которая пьет регулярно, это значит один раз в два дня, пьет mm-hmm. пол литра Кока-Кола, имеет уже в 35 лет признаки остеопороза. Да. Например. У нас считается как разбойник кальций, его так mm-hmm. называют, mm-hmm. разбойник кальций, Кока-Кола, например. А сколько длится, вот, насколько сложно проходит лечение во время перелома шейки бедра, вот эта операция, и потом реабилитация, mm-hmm. я имею в виду людей пожилого возраста. Mm-hmm. Значит, за 60 лет обычно, я уже сказал, mm-hmm. мы делаем эндопротезирование, mm-hmm. а по состоянию кости, и по какой он делает больной, какое впечатление он вовремя, или он уже старше выглядит, тогда мы или бесцементный, или цементированный способ эндопротезирования фаворизируем. И после этой операции никакой или цемент, или бесцементный, мы вставляем на следующий день больного перед постелью, mm-hmm. и он уже ходит вместе с физиотерапевтом. Mm-hmm. И мы очень смотрим за то, чтобы он достаточно пил жидкость и кушал равноценную пищу, и молоко, и кефир, йогурт, mm-hmm. творог, mm-hmm. и, конечно, фрукты, овощи, что все. Это очень-очень важно. Для реабилитации это, чтобы давалось, как для начала, хорошее питание, это самое главное. Mm-hmm. И реабилитация, она продолжается обычно до 6 недели. Mm-hmm. Мы 4 недели рекомендуем пользование 2 костелей, а после 4 недель обычно 1. Mm-hmm. Да. И вообще эти костели не для того, чтобы он может уходить, а чтобы уверенно ходил, mm-hmm. чтобы он не упал. А так он может уже на следующий день полностью вставать и нагружать ногу. Это замечательно. Это очень важно, потому что те люди, которые с этой проблемой знакомы, то они понимают, насколько важно. И поэтому у нас запрещено за 60 лет остеосинтез делать. Остеосинтез чаще всего не позволяет полностью нагружать. А что это такое? Потому что не все. Это значит, мы кость сохраняем, кость головки и шейки, и есть динамические шурупы, которые mm-hmm. держат головку. И он должен прирасти. Mm-hmm. Или я имею внутри костный стержень, который его
этот головку тоже на себя берет, и это нагрузку отведет на коленный сустав. Но это требует 6 недель заживления. 6 недель не полной нагрузки, 6 недель, мы так говорим, сначала 2 недели только чуть-чуть, а через 2 недели 20%, и потом 40% и полный, до 6 недели. И поэтому это для пожилых людей это не рекомендуется, чтобы им сразу полную нагрузку и реабилитацию было возможно. А для пожилых людей, то есть уже то, что мы с вами говорили раньше. Я хотела бы сейчас с вами поговорить про... Я знаю, что вы делаете операции, сталкиваетесь с травмами спортсменов, да, и хотела бы поговорить... Очень многие люди, которые ходят и занимаются в спортзале, ну, регулярно, они, и те, которые занимаются танцами, ну, в общем, физической нагрузкой, они жалуются на то, что часто возникают проблемы с коленями. Что там что-то стирается, что вот когда приседают, люди болят колени, когда вот нагрузку, с нагрузкой они работают. Что бы вы посоветовали, от чего это происходит, как уберечь себя от этого и какие последствия возможны? Вы совершенно правильно заметили это. Это действительно так. Сейчас обычно молодые люди вдруг они видят и берет энергии. Мы сегодня начинаем заниматься. Да. Но чтобы это было медленно, чтобы это адаптировалось, они это не видят. Они хотят сразу 50 км в первый день ехать на велосипеде или хотят сразу бегать 5 км, 10 км один день. Здесь требуется адаптация. Это адаптация организм и адаптация непосредственной одежды, хорошей обуви, хорошей одежды, хорошей, если надо, защитные бандажи, которые это иногда, когда специальные, например, кикбокс или такие вещи, там требуется, которые они не просто из-за того, что они молодые, думают, что все могут делать. Игнорируют. Да, игнорируют. Это обычные правила. И сегодня ничего не делают, завтра 100%. Понимаете? И это медленный путь. Большинство игнорирует. И поэтому чаще всего начинается, мы так называем, размягчение хряща, особенно над коленником. Потому что мы стали больше заниматься компьютером. И мы сидим во время школы за партой, домой придем, смотрим телевизор или компьютер. Если человек уже выучился, он работает тоже компьютером, домой идет и ничем физически не занимается. Поэтому мы, сидя, большинство проведем время, и коленный сустав очень нехорошо переносит вот это одиночное сидение. И поэтому мы должны медленно привести в хорошее движение, должны медленно смотреть, может быть, у него, у кого-то имеется плоскостоп или имеется косолапие, имеется неправильный ос голеностопного коленного сустава, тазобедренного сустава. И он может, когда мы слишком бурно начинаем заниматься, выявить такие жалобы, особенно коленный сустав, поскольку он нам дает стабилизацию между подошвой и тазом. И всегда коленный сустав все на себя берет. Он самый подвижный и самый уязвимый элемент нижних конечностей. Поэтому большинство коленный сустав приведет к ортопеду. А какие последствия? Какие могут быть? Последствия такие, что до того, что больной или больная, чаще всего это молодые женщины, и страдают, когда они идут по лестнице вниз, и когда они занимаются обычными делами дома, в хозяйстве, что хрящ на коленника уже не выдержит это давление, что они уже при самых мелких нагрузках имеют серьезные боли, и когда это через шею проходит, может деформироваться над коленник. И это приведет к воспалению коленного сустава, и мы тогда имеем синовит, и если мы это даже, тогда требуется операция, артроскопия, синовектомия, сглаживание хряща, может быть, пересадка сухожилия на коленника, такие вещи, когда не подготовленность приведет к такой активности. А скажите, вот, например, пациенты наши, украинские пациенты ваши, то есть я хочу спросить, как наши люди относятся к своему здоровью? То есть пациенты к вам сюда, в Черновцах, приходят с запущенными формами или, или нет? Я только что хотел сказать. Вот здесь придут люди, когда больные, когда уже у нас говорят, ребенок попал в скважину.
Профилактически ни один больной ко мне еще не пришел. Никто не спросил, я хочу заниматься сейчас легкой атлетикой, или я хочу сейчас прыгать с парашютом, или что-нибудь. Никто не спросил. Все сделают это, как они сам это считают правильным. У нас, я как спортивный врач, всегда придет молодежь, придет, когда они спрашивают, они хотят легкой атлетики, или хотят идти купаться, плавать, плаванием. У нас требуется, когда ребенок или юношество хочет заниматься спортом, он должен идти к спортивному врачу, чтобы он определил, какой спорт и какие предусловия требуются. Здесь все знают это. Все придут, и это результат, что придут, когда уже поздно. После того, как слишком что-то поздно. Случается, да? Вместо того, чтобы вовремя или профилактически, никто не считает это нужным. Это очень плохо, к сожалению. Ну, процент заболеваемости ортопедическими болезнями у нас больше, чем очень. У вас, да? Я вижу молодые, совсем 5 или 6 лет, 7-летние дети ко мне придут, которые имеют нарушенную ось голеностопного, коленосустава, не имеют основы, как стельки, не имеют хорошего научения, как должны разменяться, как тренер им ничего не скажет, что они как они должны себе согреть, чтобы начинать занятия спортом. Это не очень красиво. Здесь чуть-чуть больше требуется, по-моему, освещение. Мне так кажется. То есть перед тем, как заниматься в зале, нужно даже в спортзале, да, нужно разминать тело. Каждый тренер должен быть заинтересован, чтобы свои дети были здоровы. И они даже не спрашивают. Ну и точно так же и взрослые, да, конечно, перед занятием, да. Точно так же. Скажите, какие у вас сейчас задачи, то есть какие у вас задачи тут в Черновцах, может, значит, какие-то планы есть? Да, я здесь хочу сейчас регулярно прийти, поскольку я по приглашению главного врача шведско-украинской клиники здесь, и там сейчас подготавливает сертификацию, и это по DIN ISO, делается ISO 2000, и этот ISO норма, она требует по протоколу, например, вести больного по специфическим болезням. И я сюда приду, чтобы там усовершенствовать врачей и медицинский состав, и чтобы дать наше представление о оказании, о правильном оказании медицинской помощи. И я должен сказать, что здесь, особенно в ортопедической клинике, очень хорошо подготовлен медицинский, особенно врачебный состав. Все врачи прошли усовершенствование или в Германии, или в Швеции. И я сам их частично обучил, и я могу сказать, что я с удовольствием поэтому сюда приезжаю, потому что мне это радость. И эта клиника нынешняя создана в прошлом году, в октябре 2015 года, на очень хорошем уровне. И уровень оказания помощи, уровень медицинского набора, уровень медицинского знания и очень хорошее отношение к больному. Это самое важное. Это самое важное, да. Потому что иногда психологическое, хорошее слово лечит. Обязательно. И мне это очень понравилось, и поэтому я себе задал задачу, чтобы регулярно сюда прийти. Ну, нам очень приятно, на самом деле. Я буду вас благодарить за то, что вы пришли, потому что уже время очень быстро пролетает, и время закончилось нашего эфира. Я вас благодарю, я вас приглашаю еще. Спасибо. Думаю, что вы к нам придете. А я нагадаю, что це була програма «Рецепти здоров'я». Дякую, що ви були з нами. Будьте здоровими.